Здравствуйте! Сегодня готовим ленивую селедку под шубой. Готовится практически из нескольких ингредиентов, а получается очень вкусно. Не хуже, чем по классическому рецепту. Итак, поехали! Лук нарезаем перьями. Количество продуктов я не указываю, потому что каждый берет на свое усмотрение. Любите побольше селедочки, берете побольше селедочки, любите побольше лука, берете побольше лука, ну и так далее. Селедку разделываем на филе, ну и каждую филеечку делим, режем вот такими вот тонкими полосочками, напоминающими соломку. Со свеклой поступаем аналогично, тоже нарезаем ее соломкой. На дно выкладываем селедку, разравниваем ее, чтобы она лежала ровным слоем. Сверху выкладываем лучок. Я уже говорила про количество ингредиентов. Берете столько, сколько нужно. Любите побольше лука, положите побольше. Немножко выдавливаем майонеза, прям совсем немножечко, чтобы слегка смазать лучок, чтобы он немножко промариновался и не был сильно острым. Теперь пришла очередь выложить свеклу. Ну и далее смазываем сверху майонезом. Сейчас уже майонеза выкладываем побольше. Разравниваем. Ну и потом украшаем. Вот такой нехитрый рецепт. Ну, если вам понравился, ставим лайк, пишем комментарии и не забываем подписаться. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч!